Здравствуйте! Сегодня тема нашего разговора – настоящее и будущее туристской сферы в Ульяновской области. Гости в нашей студии – директор агентства по туризму Ульяновской области Юлия Владимировна Скоромолова, исполнительный директор передо мной сидит туристической компании «Симбирская гавань» Азат Шаукатович Шайхатаров и автор путеводителя по Димитровграду Андрей Сергеевич Макеев. Структурные изменения в туристической отрасли, по данным Ростуризма, произошли в 2014 году, это по данным Ростуризма, в связи с политической и экономической обстановкой в стране. В 2015-2016 годах они стали в пользу въездного и внутреннего туризма. Что же произошло в Ульяновской области, нам сегодня расскажет Юлия Владимировна Скоромолова. И итоги озвучите, да, за этот год. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Ну, правильно было сказано, что изменилась ситуация в отрасли туризма за последние несколько лет. Последние годы показали сокращение выездного туризма порядка 30%. И, скажем так, Ульяновская область не осталась в стороне, то есть выезд за пределы Российской Федерации также сократился. Но мы отмечаем некоторое оживление в сфере внутреннего туризма. По данным Ростуризма, в 2015 году рост путешествий внутри страны превысил 15%. Мы также можем сказать, что въезд на территорию Ульяновской области был достаточно заметным, но мы отчитались за повышение порядка 30%. То есть мы здесь немного опережаем общероссийские показатели, и это связываем с активной работой по приоритетным направлениям, а именно Красный маршрут, Музей СССР. Многих интересует эта тема, и люди приезжают посмотреть, что же делается у нас в этом направлении, ну и открывают наш регион, в общем-то, с новой стороны для себя. Многие отмечают, что город преобразился, город стал чище, город стал интереснее, ухоженнее, то есть, ну, скажем так, повернулся лицом к туристу, и это очень приятно. За прошедший год мы провели промо-туры для группы компаний из соседних регионов и встретили достаточно много экспертов во внутреннем туризме. Ну, например, Леонид Мармер, директор компании «Интурист», которая привозит на территорию Российской Федерации миллионы иностранных туристов. Также руководитель компании «Profi Travel», компания, которая занимается продвижением территорий на туристском рынке, который тоже был приятно удивлен состоянием как инфраструктуры города, так и насыщенностью экскурсионной программы. Он остался здесь на 2 дня и понял, что ему еще необходимы 2 дня, то есть он пообещал вернуться. Поэтому мы можем сказать, что все-таки город наш интересен, но это, конечно, не снимает с нас ответственности за его продвижение, причем грамотное, качественное и результативное. Ну и хотелось бы сказать, что по результатам года мы прогнозируем, пока мы не можем, конечно, представить точные данные, но по, скажем так, анализу 9 месяцев мы можем сказать, что мы показали плюс, причем существенный, по основным KPI нашей отрасли, это по въезду иностранных туристов, это порядка 18% относительно 9 месяцев прошлого года. По въезду российских граждан это более 20%. По ночевкам мы также показали достаточно серьезное увеличение. И по объему оказанных платных услуг. Здесь, конечно, мы не можем, к сожалению, показать 20-25% увеличения, пока 15%. Но это связано с чем? Люди приезжают, но экономят. И, скажем, услуги потребляют более экономичные. Я сразу перебью. Угу. Из россиян кто к нам приезжает и кто из иностранцев посещает Ульяновскую область? Ну, структура туристического потока в этом году нам известна. Мы провели подробный анализ тех туристов, которые к нам приезжают.
45% это бизнес-туристы, которые приезжают сюда в командировки, на бизнес-конгрессы, на форумы и на прочие мероприятия, которые связаны с их деловой активностью. Конечно, это не говорит о том, что они не интересуются, скажем так, туристическими достопримечательностями. Конечно, вечером в свободное время они посещают музеи, ходят на концерты, в рестораны, делают покупки, поэтому такой турист всегда рассматривается как очень перспективный турист. Ну, есть регионы, например, Екатеринбург, где бизнес-турист составляет более 85%, и они этим очень гордятся. Далее 25% – это туристы, которые приезжают сюда с оздоровительными целями, с рекреационными, то есть останавливаются в санаториях, причем они останавливаются не на один день, а на две недели и более. В связи с этим за 2015 год мы отчитались показателем более 1 700 000 ночевок. Это очень неплохо для нашего небольшого региона по сравнению, скажем, с республиками или с, например, Алтайским краем там, и прочими территориями, которые традиционно славятся рекреационным туризмом. Ну и остальная часть – это самостоятельные туристы, которые не определили для себя цель поездки. Ну, они посещают, например, родственников, останавливаются в гостиницах. Да? Они приезжают сюда посмотреть на город тоже. Ну, то есть вот остальная часть, где-то 25% – это вот туристы, которые приезжают отдохнуть, посмотреть достопримечательности, то есть не связывают свое пребывание здесь с бизнесом. А какие наиболее успешными были туристические проекты в 2016 году? Ну, хотелось бы сказать, что мы, можно сказать, только раскачиваем нашу деятельность. Так, извините за такое неформальное слово. Мы заключили 12 соглашений с представителями туристических компаний, ведущих компаний, которые развивают в настоящее время внутренний туризм в Российской Федерации. Как я уже сказала, это компания «Турист», это группа компаний «Мостурпул», то есть московские туроператоры. Это компании, занимающиеся речным туризмом, например, компания «Спутник Гермес», у которой есть свои теплоходы. Это компания «Волга-Волга», которая традиционно заходит к нам в город и привозит нам порядка 30 тысяч туристов, и со многими другими компаниями, ну, например, включая офис Visit Russia в Пекине, где мы планируем продвигать наши программы для туристов из Китая. То есть мы работаем по направлению развития красного маршрута, то есть у нас наши программы уже вошли в буклеты «Интуриста», который активно сейчас продвигает эти программы. И, в общем-то, мы уже ожидаем определенные группы, уже на весну просчитываем программы. По музею СССР ведется работа по подготовке документации сейчас на строительно-монтажные работы в первую очередь, то есть это строительство дороги в Старомайнском районе. Ну и идет разработка концепции, скажем так, проекта на территории города Ульяновска. Волга и Ульяновск неразрывно связаны. И вот как у нас развивается речной туризм, как итоги летней кампании, об этом нам расскажет Азат Шаукатович. Так, за период навигации, которая продлилась с 1 мая по 30 сентября, пассажирским теплоходом Ульяновского речного порта перевезено 30,4 тысячи пассажиров, что по 2015 году на 1,8%, то есть на 544 пассажира, больше, чем за навигацию 2015 года. В этом числе около 280 человек мы прокатили бесплатно. Суда выполнили по Куйбышевскому водохранилищу 472 рейса. Это больше на 19 рейсов и на 4,2% в сравнении с прошлым годом. Прошли 532 тысячи и километров водного пути. В эту навигацию у нас по Волге работало два пассажирских теплохода. Это «Московский 20» и «Герой Юрий М». Действовали прогулочные маршруты по Куйбышевскому водохранилищу, а также внутриобластной рейс Ульяновск-Красный Яр-Ульяновск, который доставлял людей на туристическую зеленую стоянку.
Напомним, первая в Ульяновской области зеленая стоянка была построена в 2010 году в рамках реализации проекта «Симбирская гавань». Сегодня на берегу Волги в Красном Яре находится 12 домиков для отдыха, также баня и со всеми удобствами. В 2016 году в домиках на зеленой стоянке отдохнуло в 2 раза больше туристов, чем в 2015 году. В 2016 году Ульяновский речной порт и компания «Симбирская гавань» впервые ввели гибкую тарифную политику, что позволило не превысить, а снизить цену на билеты. На 25% были снижены цены на прогулочные рейсы по Волге в будние дни, а также в начале навигации и в конце. Кроме того, были введены скидки для отдельных категорий пассажиров. Это 20% были в понедельник, вторник, среду пенсионерам и инвалидам первой и второй группы. Именинникам и молодоженам со свадеб мы делали 100% скидки. То есть они катались бесплатно. Также в сети интернет у нас работает сайт «Симбирская гавань» simgavan.ru. С информацией о проекте на нем действует бесплатное онлайн-бронирование. То есть люди оставляют телефон, мы им перезваниваем, и так они бронируют билеты. Так, услугами этого сервиса в 2016 году воспользовались 610 человек, что на 3,7% больше, чем в 2015 году. Азат Шавкатович, вы сказали, что в домиках отдохнуло больше. Чем вы туда привлекали людей? Ну, чем привлекали? Или что-то там изменилось у вас? Ну, к изменениям мы сейчас идем вперед, то есть на... Мы строим зимние домики, чтобы, даже зимой можно? Да, чтобы можно было отдохнуть и зимой. Сейчас пока это летний вариант. На следующий год, в 2017 году, мы постараемся запустить несколько домиков. Угу. Ну, чем привлекло? И погода была в 2016 году лучше, чем в 2015, как вы видели. Вот. Ну, и активно занимаются продвижением. Открыли сайт, активно запустили. А да. Сайт это новый. Пошла реклама. Сразу видно активная работа, и граждане поняли, что есть возможность отдохнуть, но и, понятно, есть спрос. То есть я неоднократно сама видела очередь длиннющую вот за билетами. Было. Да, поэтому это очень отрадно, и когда говорят, что речного туризма у нас нет, ну, мы, конечно, с этим не согласны. Мы видим, что речпорт развивается, и с нами активно работает, и мы поддерживаем, и участвуем во всех вот форумах, мероприятиях. Юлия Владимировна нас всегда приглашает, и да, не забывает поэтому, никогда о нас. Ну, поэтому нам очень радостно, что у нас и жители имеют возможность отдохнуть, и туристы имеют возможность прокатиться, потому что ну, побывать на родине Ленина и, значит, на таком месте, где разлив Волги достигает 35 километров, и не прокатиться, если есть возможность, да, и погода позволяет на теплоходе, ну, это, конечно, непозволительно. А вообще, как вот будет в 2017 году развиваться речной туризм? Наверное, вопрос лучше. Да, ну, мы участвуем во всех проектах, которые... запускает Федеральное агентство по туризму. И, кстати, в этом году мы участвовали в промо-акции, во всероссийской промо-акции, и город Ульяновск участвовал в номинации «Реки России». То есть информация о нашем городе, о наших достопримечательностях была размещена в городах Российской Федерации, в 15 городах. Соответственно, мы у себя также размещали баннеры, информационные материалы о, значит, соседних наших городах. Ну, то есть вот такая... обменная, скажем так, акция состоялась, что тоже, в общем-то, напоминает людям о том, что есть совсем недалеко города, которые достойны того, чтобы съездить туда, например, на выходные. Ну и в следующем году, конечно, мы ставим развитие речного туризма, в общем-то, одним из приоритетных проектов, и во всех мероприятиях будем участвовать, но нужно понимать, что тема эта нелегкая, и она требует вложений, так как развитие речного туризма связано с инфраструктурой в первую очередь.
Но в рамках музея СССР мы, конечно, планируем привлекать и речной порт, то есть вот руководство высказало свое согласие, согласие участвовать в этом проекте как соинвестор, поэтому мы очень надеемся, что в перспективе все-таки и речной порт, скажем, будет более активно работать, ну и у жителей появятся, возможно, даже новые возможности и новые точки притяжения. Ну, новые зеленые стоянки, например, в Сенгилии планируем развивать. Зеленую стоянку в Красном Яре тоже необходимо, я так понимаю, совершенствовать. Да? Мы провели недавно совещание под руководством Александра Александровича Смекалина, где выявили ряд проблем, которые необходимо решить. Ну и к новому сезону, конечно, планируем эти проблемы поднять. Спасибо. У нас в студии еще один гость, автор путеводителя по Димитровграду Андрей Сергеевич Макеев. Он стал участником третьей Всероссийской туристской премии «Маршрут года», который вот буквально недавно прошел этот конкурс. И вот расскажите, как все прошло, и покажите, что вам дали. Да, нам дали такой диплом. Хочу рассказать, ситуация какая. Вообще, я представляю историко-культурный фонд «Меликес», которому уже скоро будет 2 года. Мы занимаемся вообще исследовательской работой по истории города Димитровграда и Меликесского района. И вот первым таким вот пробным камнем, который мы хотели подарить нашему городу, и как бы по согласованию с администрацией города, мы разработали вот этот вот путеводитель. Покажите тоже. Да, путеводитель от Меликеса до Димитровграда. Очень интересно, я уже посмотрела. Да, путеводитель полноцветный, очень помог нам издательский центр Ульяновского государственного университета, их специалисты вообще замечательные, которые помогли это оформить очень красиво, красочно, правильно и грамотно. Вот. И получилось так, что вот мы с туризмом никогда раньше не сталкивались, и это был первый наш опыт. И первый опыт получился, можно сказать, очень хорошим, положительным, потому что мы заняли на региональном этапе конкурса 2-е место, которое проходило в Тольятти. Вот. Здесь нужно отметить, что региональный этап включал в себя Приволжский, Уральский, и северо-западные федеральные округа. То есть это не наш региональный, это все-таки, ну скажем так, этап, который свел на одной площадке более 30 регионов. То есть это победа, в общем-то, очень мощная. И когда вот люди говорят, о, 2-е место, я говорю, вы не забывайте, мы заняли 2-е место после Санкт-Петербурга. Да. Сравнивать Санкт-Петербург с Димитровградом, это как-то не принимается рука. Не принято. И, конечно, когда мы поехали в Воронеж на финал этого всероссийского конкурса, мы ехали больше с целью познакомиться с интересными людьми и научиться, как же правильно это делать. Но вот члены экспертного совета, которые действительно, они действительно ознакомились, это было не просто так, да, конкурс, действительно, люди ознакомились, они знали, о чем это путеводитель, какой, они высказали мнение, что путеводитель очень интересен, работа была проведена большая, и дали нам ценные советы, как его немножко сократить, потому что действительно, это, скорее всего, получилось у нас энциклопедия города Димитровграда. Да, краеведческая книга. Интересная, полная, вот, где нету туристических маршрутов как таковых, где есть просто места для комфортной прогулки гостей города и самих горожан, и описание истории каждого здания, памятников, истории архитектуры, памятников какого-то зодчества. Вот. И следующую нашу работу, которую мы начинаем сейчас, мы думаем, что мы исправим все эти недочеты. Мы сейчас начали работу над путеводителем по окрестностям города Димитровграда. Это, скорее всего, будет не только Меликесский район, но и Новомалоклинский район, да, может быть, часть Чердаклинского, Старомаинского, то, что можно как бы охватить, ночуя в Димитровграде и путешествовать там выездное. Mm-hmm. Потому что наши земли, окрестности города, они очень богаты не только памятниками истории, но и памятниками археологии. Вот я сам лично, вот мы сейчас начали уже как бы полгода снимаем к этому путеводителю фильм документальный «История Меликеса». Тизер уже готов, он на нашем сайте размещенный. Я с этим тизером также ездил вот на этот конкурс. Жюри посмотрело, интересно сказали, ждут фильм. Вот, тоже будем участвовать в конкурсе. И
такие вещи, там старинные булгарские крепости, которые видно, остатки засечной черты, не те, которые у Муловки, а там Боровка, например. То есть, если вот перечислять это, можно, да, садиться и на два часа, да, вот передачу только о достопримечательностях Меликийского района. Начинать. Мы себе на заметку возьмем, да. Да. Вот. А сейчас, когда город бурно развивается, когда у нас вот в 2018 году уже планируется открытие федерального высокотехнологичного медицинского радиологического центра, когда вот реактор МБИР будет самый большой в мире, реактор на быстрых нейтронах открытый. Уже сейчас у нас институт атомных реакторов Димитровградский, как бы он утвержден как международная исследовательская площадка МАГАТЭ, то есть мы ждем наплыва туристов. Он немножко другой будет, не как вот в Ульяновске, да, а не как вот в Ульяновской области. Это очень узкая специализация, это именно медицинский туризм, это именно научный туризм, площадки для работы. Тем не менее, это туристы, да. И правильно говорят, что если не будет инфраструктуры, то как бы и туристам будет некомфортно там находиться. Поэтому хотелось бы, чтобы администрация нашего города, она проявила более плотное участие в этом. Мы готовы со своей стороны помогать, как бы у нас организация, она благотворительная, то есть вся помощь бесплатная. Мы любим свой город, как бы вот за это как бы мы и получили, любовь к родному городу. Хотелось бы рассказать, если позволите, вот об этом конкурсе. Конкурс очень престижный, это конкурс, который проводится при поддержке Ростуризма, при поддержке ведущих ассоциаций туристических нашей страны. Конкурс проводится третий год, и мы, как Ульяновская область, участвовали в нем один раз, единожды, только в 2014 году, в номинации «Лучшие идеи маршрута» с проектом «Красный маршрут» и заняли гран-при. То есть сразу взяли, в общем, все, какие можно, награды. И потом вот такой получился провал, да. И очень отрадно, что наши муниципалитеты откликнулись на наше приглашение участвовать в этом конкурсе. На самом деле участвовало 12 проектов, но в связи с жесткой конкуренцией в финал у нас вышли только 6 проектов. И вот в итоге мы имеем 4 призовых места, это очень, ну, очень похвально. Участвовали и представители Старомайнского района. Участвовал, например, Ульяновский государственный университет с проектом «Родина Карамзина». То есть у них очень прекрасный буклет, который описывает каждый объект, который описывает маршрут в нашем городе. Но, к сожалению, в связи с неопытностью просто не смогли они побороть проекты, которые уже, ну, наверное, много лет реализуются. Но я думаю, что эта поездка для них также была очень такой познавательной, образовательной. Ну и хотелось бы сказать о победителях, да, о других победителях, кроме вот проекта «Путеводители по Димитровграду». В номинации «Лучший приключенческий маршрут» первое место заняла анимационно-экскурсионная программа с элементами квеста «Пришествие на Московской» музей-заповедника Родины Ленина. Еще одно первое место уже в другой номинации «Лучший маршрут в городе» завоевал маршрут «Мистическая прогулка с Августом Шады». Мы знаем, что этот проект уже несколько лет реализуется на территории нашего города, и жители практически каждый выходной в летний период, вот, скажем так, участвуют в этом проекте. И есть третье место в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» также у музея-заповедника «Тур-маршрут очарования Старого Симбирска». Ну, то есть очень приятно, что Ульяновская область показала себя ярко и запомнилась многим экспертам. Экспертный совет состоит не только из, скажем так, теоретиков, по большей части это практики. Это представители туроператоров, которые готовы заключать договора с интересными партнерами, которые помогут, скажем так, развить туристический поток в тот или иной регион. И вот, насколько я знаю, по результатам вот этой поездки у заповедника Родины Ленина уже появились первые партнеры, которые, в общем-то, это уже вот готовы, да, в ближайшее время привести группы. В общем-то, это самое главное, на самом деле. Хотелось бы также сделать ссылочку на еще один конкурс, который прошел у нас
В октябре мы участвовали также в национальной премии в области событийного туризма, и у нас есть проекты, которые победили, взяли гран-при, это фестиваль неолимпийских видов спорта, и также по результатам вот этого конкурса уже есть договоренности с крупнейшим туроператором ТУИ о том, что летом они привезут нам туристов на этот фестиваль. Мы сейчас активно работаем с Министерством спорта Ульяновской области, с Министерством спорта Российской Федерации на то, чтобы вот активно сейчас этот проект у нас развился, и чтобы туристы приехали не просто поучаствовать в фестивале, но еще и получить туристические услуги, познакомиться с нашим городом. Нет, это очень приятно, что и так гордишься, да, уже за Ульяновской области. Ну, я сказала вначале, что тема нашего разговора не только настоящая туристская сфера, но и будущее. Вот 15 ноября состоялась правительственная комиссия с участием губернатора Сергея Ивановича Морозова, на которой был представлен проект стратегии развития отрасли туризма. И вот показывают, вот у нас есть... Аннотация. Вот. И как, согласно стратегии, мы должны видеть будущее туристской отрасли? Ну, мы, в общем-то, жили без стратегии много лет и пока не получили, скажем, той отдачи от отрасли, которую хотели бы и которую могли бы получить. Поэтому губернатор на предыдущей правительственной комиссии дал поручение разработать стратегию. И, в общем-то, вот к правительственной комиссии мы уже представили полный текст стратегии. Текст занимает более 100 страниц с двумя приложениями. Мы подготовили для членов комиссии вот такую аннотацию, где тезисно рассказали об основных направлениях нашей деятельности, где представили и статистику, то есть где мы сейчас находимся, где наша отправная точка, то есть где Ульяновская область в отрасли туризма в Российской Федерации, в мире, куда мы хотим прийти. То есть на последней странице вот есть результаты, которые мы хотели бы достичь к 30-му году. Мы синхронизировали наши результаты с стратегией социально-экономического развития Ульяновской области до 30-го года. Взяли за основу два сценария: инерционный и сценарий высоких технологий и креативный класс, адаптировали их к нашей туристской отрасли. У нас получился пессимистический сценарий и оптимистический. Ну, о пессимистическом не будем говорить, скажем сразу о пессимистическом. То есть, если мы выполним все наши задачи и будем активно работать в тех направлениях, которые мы заявили в нашей стратегии, то к 30-му году мы получаем следующие показатели. То есть увеличение въезда иностранных граждан мы ожидаем около 80 тысяч человек в год, что показывает увеличение в 6 раз. Это, в общем-то, очень много. Численность лиц, обслуженных в гостиницах, то есть это российские граждане, также планируется к увеличению почти в 3 раза. И в итоге мы получаем как раз тот самый миллион туристов, которые мы могли бы принимать и которые мы принимали в свое время еще в 80-е годы, когда наш регион был третий по важности дестинацией вообще в Российской Федерации. То есть нам нужно вернуть этот миллион туристов. И мы также планируем работать над увеличением количества гостиниц, но, конечно, не планируем подобное такое вот многократное увеличение, ибо сейчас есть некоторая проблема с загрузкой гостиниц. То есть хотелось бы повысить, в первую очередь, загруженность гостиниц имеющихся, улучшить качество предоставляемых услуг, возможно, отреставрировать имеющиеся, ну и, собственно, уже открывать новые. Хотелось бы, конечно, и наша задача открывать сетевые гостиницы мирового уровня, потому что иностранные туристы все-таки предпочитают останавливаться в гостиницах сетевых. Хотелось бы, конечно, увидеть увеличение числа ночевок, но мы сейчас, можно сказать, в первой пятерке в регионах ПФО по количеству ночевок. То есть к нам приезжают, гораздо меньше, чем в Самарской области, но по числу ночевок мы отличаемся от них только где-то порядка на 100 тысяч. То есть это, очень небольшая разница, больше, учитывая, какое количество населения вообще в Самарской области, да, и какая территория, то есть она все-таки больше нашей. В итоге мы понимаем, что отрасль туризма – это
отрасль экономическая. У нас есть свои показатели эффективности. Вот сейчас доля туризма в ВРП, то есть в валовом региональном продукте, составляет чуть более 0,2%. Ну, это ничтожная на самом деле доля. В России она составляет 1,6%. Тоже немного, хотя в мире туризм составляет 10% ВВП. Президент недавно на одном из форумов выразил, так сказать, недовольство вот именно развитием отрасли туризма вообще в России и сказал, что потенциал наш огромен, и поставил задачу увеличить ВВП с 1,6 до 10, то есть добраться до мирового уровня. Ну, соответственно, нам губернатор на правительственной комиссии также поставил задачу добраться до хотя бы всероссийского уровня. Как мы будем это делать? Ну, в стратегии прописаны основные направления, но и в итоге, вот если сейчас объем оказанных услуг, ну, мы берем цифру 2015 года, объем оказанных услуг мы показываем в количестве 1 миллиарда 96 миллионов рублей, то есть туристских услуг, то хотели бы выйти на 5 миллиардов. Вот здесь мы уже понимаем, что и увеличиваются в 2,5 раза и налоговое отчисление, и увеличивается количество рабочих мест, то есть занятых в туризме. Сейчас их 18 тысяч человек, включая средства размещения, объекты питания, объекты туристского показа. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы эта цифра достигла 35 тысяч человек. А работать мы будем по основным направлениям, которые, скажем так, на которых строится отрасли, это три кита отрасли, это улучшение качества туристских услуг, что, конечно же, подразумевает и обучение персонала, и развитие маршрутов, и развитие различных видов туризма, то есть открытие каких-то новых дестинаций, новых мест. Вторая и, наверное, самая важная, многие с нее начинают, но она все-таки самая затратная часть, это развитие инфраструктуры, вот о чем как раз Андрей говорил, что даже если есть, скажем так, ну, приманка вот в виде радиологического центра, да, якорь, то где туристу остановиться, где он деньги-то может потратить? Наша задача сделать так, чтобы турист оставил на нашей территории как можно большее количество средств. Соответственно, нужно предоставить ему эту возможность. Нужно построить не только гостиницу, но и развлекательный центр, шопинг-центр, рестораны, чтобы, ну, можно было днем полечиться, вечером, скажем так, отдохнуть. Ну, или с любым туристом, который приезжает на лечение, приезжают родственники, которые, в общем-то, его сопровождают, и которым тоже нужно как-то свое время проводить. Да, да. Поэтому и это очень важно. И самое интересное еще, вот, например, если рассматривать комплексно, да, вот как просто как предложение, у нас сформируется медицинский кластер, да, например, по лечению онкологических заболеваний. Сразу после этого должна идти как бы реабилитация, да. Конечно. Вот у нас сейчас есть люди, как бы знакомые, хорошие с Китаем, да. Вот если центр китайской медицины, конечно, рядышком, конечно, там. Это же было вообще здорово, чтобы человек никуда не уезжал. Такой же центр швейцарской медицины маленький, с Кубой замечательный, центр кубинской медицины. Mm-hmm. Если уж занимаемся кластеризацией, то давайте заниматься этим. Да. Димитровград у нас плотно прописан как такой центр развития медицинского кластера. Вот, и медицинский кластер как раз и подразумевает, естественно, представление лечения, но еще и рекреационные услуги. Ну и так вот второй такой кит – это развитие инфраструктуры. Здесь, конечно, вложения требуются огромные, но опять же мы понимаем тогда, какой будет экономический эффект, да, от этих действий. Ну и третье направление – это продвижение. Мы сейчас продвижением занимаемся, и в этом году на продвижение была выделена определенная сумма. Ну, именно в связи с этим о нас не забывают, мы присутствуем на выставках, мы издаем буклеты, мы информацию свою размещаем на всероссийских сайтах, порталах, источниках. Этого, конечно, недостаточно. Нужно проводить больше промо-туров. Запрос есть на каждом форуме или конференции туристической. Ко мне подходят туроператоры и просят промо-тур. Включите нас, пожалуйста, и пригласите нас. То есть есть такая потребность, люди хотят открывать новые для себя территории. Соответственно, мы вот эту работу будем активно в следующем году вести. Ну и не только в следующем, до 2030 года. Спасибо. Спасибо большое, что пришли. Я надеюсь, мы еще увидимся. Мы тоже надеемся. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо.